трансляцию для того, чтобы было другое у нас. Ох, да, он же за автосейв. У нас тут проблемы в виде героя, который наступает на этот замок. Давайте попробуем его как-то все-таки защитить. У нас есть герой с чайником. С чайником есть герой. У нас, в принципе, неограниченное количество ресурсов. То есть мы можем пособирать героев с единичками. И попробовать его тупо извести. Рокировка. Так, это у нас первый герой, который будет стоять, скажем, вот здесь вот. Дальше у нас идет следующий герой. Мудрость, опыт, хорошо. У него тоже будут товарищи, у него тоже будет магия. И он тоже будет в заграждении. Первый. Так, следующий пошел. Отдаем немножко гремлинов ему. Делаем единички для того, чтобы продержаться там пару ходов. Так, тут он уже может пройти, да? Получается, мимо этого героя. Нам, наверное, тогда... А не пройдет. Такая сейчас тема будет. Так, еще немножко гремлинов. Книга есть, отлично. Сюда вот одного. Давай вот так вот тебе. И еще один герой. Ой, почти. Книгу взяли. Спасение важного замка называется. И после этого будет... Что же у вас? Маны-то так мало. Да магии там, пару молний сделаем, уже хорошо. Да и он тратит заклинания, что тоже немаловажно. Ну что, последнего, наверное, возьмем. Терек боевой с ускорением 10 маны. Фигня. Давай с сопротивлением вдруг. А, все, максимальное количество героев. Так, не уволить, никого не уволить, да? Ну что, значит, ты держись. Держись. Тут ничего не сделать, ничего. Сплетанем вот так вот. С богом. Поехали. Раз, первый пошел. Нет, погоди, сейчас. Вот у него армия. О, у него же тактика, ёпрес это. Так, мне нужно грифонов и привидений как-то извести, по идее. Хотя бы поштучно. Слушай, дай хоть раз выстрелить. Удар молнии, 35. Грифон одного, а этих тоже одного фанатика. Блин. Больше у меня не будет возможности. 30-35. Давай так вот тогда. Defense. Ну и валим. Но все равно. Второго убивает. Погоди. У этого, кстати, меньше почему-то. Но должно хватить, по идее. Раз. Два. Три. Четыре. Стоп! А, потратил на меня магию. Стрелу, правда, обычную. Следующий пошел. Здесь я, может, даже два хода придержусь, потому что, видите, сверху не пройти. Он забаррикадировал. Минус гремлин, раз. Конь пошел, огонь вперед. А сколько у тебя маны-то, друг? Ага, отлично. 10. Отлично. Так, а у тебя спеллпауэр какой? Двоечка. И ты 30-ку наносишь, да, получается? 60! Так, 3 грифона. 2 грифона можем убить. Либо двух этих, наверное, фанатиков сразу. Точнее, это не фанатики, но тем не менее. Я надеюсь, что он еще раз скастует в следующем ходу, поэтому... Давай. Нет, не хочет. Ну давай, молнии в него, молнии. Так, извели, следующий у нас идет. Вот бы ему ману все потратить, тогда я с блайндом
нормально грифов заблочу. Самое печальное, что мне нельзя будет записаться после этих единичек перед важным событием, поэтому отдаваться нельзя будет. О, отлично, он отстрелил еще разок. 5 маны у него осталось. 60 снова выстрел, и, наверное, я сейчас буду уже гасить либо 3 этих, 3 стражи, либо, ну, грифонов там буду гасить. Хотя их слепить буду, наверное, лучше стражи уже. Хотя... грифы... тут меньше потерь просто будет, если по стражам. Давайте 3 стражи лучше убьем. Так, ну должен потерять всю последнюю ману на следующем бое и прийти с нулем к замку. Теоретически. Так. Это 5-я кампания Дыхание смерти, 3-й герой, 3-я или даже 4-я миссия, возможно 4-я, последняя. Здесь нужно продержаться. Продержаться нужно. 35 ударит молния. У него уже нет маны. 35. Можем двух гастов убить. Наверное, так и сделаем. Гремлинами, кстати, можно попробовать. Да, одного убил. Сейчас добьет второго. Единичку надо было снять по урону. Все, маны у него нет. Уже хорошо. Сейчас мы блайн тогда на грифов. У нас еще будет 2 блайнда. Отлично. И последний у нас леминг остался. Попробуем, что у него там за спел пауэр. Ну там отстроенный замок. Там... там серьезно все. Там нужно сидеть на гарнизоне. Пытаться тянуть время. Так, у этого атака, к сожалению, сделать он ничего не может. И... тут лучше грифон одного замочить, получается. Но я все равно думаю, что он меня забреет. Эта марма не очень серьезная. Ну, с богом. И он штурмует замок, компьютер проигрывает, переигрываем. 2 циклопа, 18, 4, 1, 4. У него нет магии, запоминаем это. Делаем ставку на то, что нужно выводить из строя летающих. И стреляют, кстати, по грифам. С одной стороны, неплохо, но они летят. Летят, убивают этих товарищей. Есть у меня чайник, конечно, но чайник — это все, что есть. Я думаю, что 3 блайнда будет круче, чем... вот с грифонами какая проблема? Есть вероятность, что после начала... гарнизон стреляет рандомно весьма. И он может стрелять по тем же самым грифам. Атаковать грифонов очень не хочется. 5, 4, 1, 0. Поэтому я, наверное, все-таки... молнии. Минус 2 тогда сделаем. И нет, нужен блайнд. А, это клинок Армагеддона, подсказывает Гордан. Дыхание смерти — это приквел возрождения Рафии. Миша, в курсе, что он тьму XP сейчас компу отдал? Не, не в курсе. Да как тьму, если там... народу-то не было практически, сплошь единички. Или там за героя считается. Но дилемма, бить или не бить? Скорее не бить. Всем ответит. А давайте делаем блайнд. Wait, wait. Урон 29. Можно одних стреляющих убить, но это будет уже... палатки лечения нет. Наверное, чудиков надо отстрелиться. Арков переведем наверх. Снова по чудикам там. Буквально один хп снесем. Волки минус. Эти пропускают ход. Раз, два. Ой, хорошо, не стрельнул по грифонам. Отлично. Так, хорошо, хорошо. Теперь мы арками будем стрелять. Грифоны отдыхают пока. Блайндить пока никого не нужно. Wait, wait. Чудиков убиваем потихонечку. Стреляем, стреляем, стреляем. Defense. Стреляем. Defense. Defense. Defense.
Снова по копейщикам, хорошо. Не пробивают. Грифоны пришли в себя. Ёпрасоте. Снова кидаем блайнд на них. Они уже завязали. Дефенс, дефенс. Мы уже много кого завязали. Ходим циклопами. Блин, беда. Ходим арками. Надо было в разные стороны уйти, Вась. У чудика только половину жизни сняли. Копейщики. Ох, пробили. Ну все, теперь сейчас чудовища пойдут. Надо попробовать заблайндить последним блайндом того, кто останется под... Но для этого нужно подставить, чтобы они там... Надо вот так вот зайти, наверное. Сейчас просто ходить будут. Вейт. Чудики бьют. Убивают. И мы сейчас... А, этот ход-то не нужно, получается. Этот ход не нужно. С конями-то что делать будем? Мечников еще 10 человек. Так, 45. Это минус урон. По чудикам. Тоже по чудикам. Но все равно мы их заблайндим. А ход-то чей будет сразу после этого? Его же ход будет. Его чудовище будет ходить. Блин, надо вставать быстрее. Пройдут ведь. Блин, пройдут ведь. Надо гремлинов поставить вот так вот. Пробить чудовищ, может? Да и даже не убьем. Ладно, чуть ближе подойди просто. Грифонов разбудили, ну ёпрес это. И завязывает сразу два летающих стака. О, блин. Чудовищ блайндим. Гриф надо мочить уже потихоньку. Ну а чего тут еще делать? Они всем отвечают, но... А как бить-то еще? Эти единички будут прикрывать. Прям по грифам. И в дефенсе типа стоишь. Грифоны почти убили. Но внизу не пробили, это хорошо. Этот стоит пока в блайнде. Вот я рыцарей больше всего боюсь. Так, грифонов сейчас положим. Стоим сейчас по коням. Офк. Это будет следующий блок. Пока в блайнде, маны уже нет. Все, забыли про книгу. Кони меня вынесут. Меня вынесут кони. Ой, чудика убили. Сейчас кони врываться будут. А, нет, еще нет. Вейт. Кони убивают первый стак. Стреляем по ним раз, стреляем по ним два. Отходим вот так вот, стреляем по ним три. Лучника надо следующим ходом подставить. Потом уже гоблинов. Раз, два, три. По мечникам дефенсе зачем-то стреляют. Внизу пробили. Коней 7. Ты вейтишь. Этот снизу обходит, врывается. И начинается шаталить. Теряю я все-таки этот замок, увы. Коня, конечно, снизу сдобрею. Одного. Но слишком плотны. Убивают скопов и убивают этого. Беда. Отдали мы замок, который такой большой аркадой. Да можно было там, наверное, выиграть. У нас угроза у главного замка еще. Хотя к нему-то вернуться не такая большая проблема. Тут Даремиф. У меня полная мана у глав Гера. Сейчас мы ему еще передадим парочку ангелов. И, наверное, даже шампиньонов. Как-то так. Задача главного героя, смотрите, я хочу взять вот этот вот меч, потому что меня вот здесь вот пропустят. То есть я открою страж прохода, если все будет ок. Внизу замок взяли, можно там потихонечку закупать леммингов и ходить, бегать. Ну, собирать ресы, если получится, конечно. Получится, наверное. О, провидец. Главным героем, шестой день, да, нужно, во-первых, этот вот замок освободить. Еще один товарищ пришел, Гречкин. Даремифа мы должны
быстренько гофнуть. Что тут шахты не мои. Надо леммингов позакупать и здесь почистить. Да, вот так вот. Раз. Может, этого еще убьем. А я успею? А успеешь. И к этому успеешь, к тому успеешь. Отменяем. Он явно слинял. Если мы сделаем прейер, то... Да все добегут, если сделаем прейер, и он никуда не убежит. Пошел прейер, экспертный. 19 тарков. Лучше, чтобы чудики по аркам ударили. Они сильнее ударят, чем ангелы. Игнорят защиту и дэмэдж выше. Грейжена. Все, минус. Вот, сфера бушующего огня. Огонь теперь на 50% у нас эффективней. Дверь измерений делаем вот сюда вот. И не успеваем взять этого товарища. У нас гарнизон шикарный, он вряд ли будет ломиться. Хорошо бы лемминга взять какого-нибудь еще. О, 16 левела, ничего себе. Орис, боевой маг. Ничего в себе, тут у нас вечерок намечается, судя по ужину. Да, мы за здоровый образ жизни, by the way. О, можно архангелов прогрейдить, точно. Не забыть. Ну, это какой-то герой, которого я, видимо, гуфнул где-то. У него... Он прокачан, у него экспертная логистика, сопротивление, орлиный глаз. Ну и характеристики не нулевые, 16 левел, в конце концов. Его нельзя терять. Давайте с Дессой поменяемся местами по войскам, потому что потерять Дессу это одно. Так, давайте я Дессу отправлю куда-нибудь сюда, вот, наверное. Пусть он пойдет шахты захватывать. Так, здесь сидит, все ок. Так все, да, уже получается. Эх, ребятушки, видите, как недолго. В дотку мы точно не успели бы сыграть с вами еще разок. Спасибо за внимание, хорошего вечера, спокойной ночи, увидимся с вами завтра, может послезавтра. Подписывайтесь на трансляцию справа для того, чтобы не пропустить следующий стрим. Сейчас я даже вам вживую это фактически сделаю, пожелаю. Где? Вебка не работает. Мы все умрем! Нет! Черный экран. Ну все, видимо, не судьба. Никто не ожидал такого подвоха. Никто не ожидал. А! Не пугай так. Все, спокойной ночи. Покажи хомяка. Как показать хомяка? Как они разговаривают мне? А, ты хочешь вживую? Давай, давай. Я думал, просто меня попросили показать хомяка. Небритый. Да, небритый. Сейчас вам покажу белого медведя в миниатюре. Семечко в зубах, давай ловим. Так, опачки. Оп, заточил. Тихо, никто не видел. У вас нет доказательств. Я ничего не ел. Не было семки, вот, смотрите, я нюхаю, ничего нет. Это белый медведь просто. Фокуса нет. Давай чуть подальше. И зажми его, как ты умеешь. Зажми его полностью. Оп, ха, опа. Ёпрсете. Нормальный такой. Пустите меня! Вы ничего не докажете. Я буду жаловаться. Все, ладно. Разговаривает, это хорошо. Хомячка уже научили говорить. Вот до чего дошло. Кстати, есть версия, что это чудик грейженый. Древнее чудовище. Ты смотри, он броню игнорит полностью. Практически. Ладно, спокойной ночи.